вас, дорогие друзья, на территории Big Russian Mom. Здравствуйте, как говорится. Большая русская мама. Хай, ребята, привет! Сегодня мы начинаем новую серию стримов, посвященную культовой игре Dark Souls. Боже мой, подождите, я уберу сейчас свое эльское ухо. А почему у меня ухо зеленое внутри? Сейчас, подождите, 5 минут лирического отступления. Я, на самом деле, начала еще больше анализировать, какие игры я прошла. Я имею в виду Dark Souls 3 и Bloodborne. И я поняла, что, блин, эти игры были настолько культовые вещи, после которых у тебя остается масса впечатлений, делает игру незабываемой. Ты потом садишься и думаешь, черт возьми, я хочу ее пройти снова, хочу ее пройти не один раз, и это потрясающе, это круто. Вы просили, я выполнила. Бандай Намко, Банзай Мамко. Ладно, я пока закончу пудрить вам мозги. Я это еще буду делать на протяжении 3 часов. Классно. Осикс норма. Осигрик норма, нервные в клетке в норме. Кровь, естественно, субтитры, интерфейс. Интерфейс. Ну, допустим. Ой, пошла какая-то, знаете, песня. Очисти свое сознание. Подумай о том, что ты море. И ты было плещешься. Я заткнусь, окей, хорошо. Ну, ок, а как, что ок? Так это мне уже... зачем? В смысле? О! Ребята! О, боже, какой у меня красивый мужчина. У нас будет женщина. Тян стала. Вот, воин, рыцарь, странник, вор, бандит, охотник, охотник с луком, волшебник из школы драконов, пиромант, клирик и нищий. Давайте без порнографии только. Вот это вот все. Вот, это тоже интересно. О, мне нравится. Она классная. Пускай будет вор. Почему бы нет? Упакуйте, пожалуйста, как-нибудь. Ой, спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо, пожалуйста. Значит, господа и дамы, так у нас выглядят простые льдинки. Значит, чуть загорели с красными бровями. Это крестьянка Адель. Как бы крестьянки, они очень много понимают в жизни, в феминизме. Они уже давно отстаивают эту позицию, еще с тех времен, когда там демоны всякие были и коровы. Коровы и все остальное. Почему коровы? Не знаю. Иногда хочется сказать больше, не потому что оно применяется к теме, а потому что это демоны всякие были и коровы. Торская дворянка, значит, она у нас побледнее, губищ нету, мы все бледные. Клирик Таралунда. О, это уже по нашей теме. Так, хорош, не будет Майкла Джексона. Так, дальше пошли. Я обычное лицо, такая вышла, здорово, ты кто? Да я обычное лицо. Жизнерадостное лицо из Катарины, прославленной пирами. А, это типа я, это радостное, да? Грозная Карим. Классическое, задумчивое, зрелое лицо. Блин, вы знаете, на самом деле, вот я сейчас вам скажу странное, но мне нравится немножко ее черты лица, если ее подделать. Я сейчас попробую из вот этой девчонки что-то сделать, я верю, что... Блин, это самый ответственный момент. Понимаете, как корабль построишь, так он и пойдет. Твою же мать, нет. А ее можно как-то типа поменять прям? А что значит настроить? А что значит похоже? Нет, 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 верни, пожалуйста. Значит, мы старость не трогаем, старость это какая-то херня. Мол, гормоны. Смотрите-ка. Ёпросоте. Боже мой, я женщину испортила свою. Это как-то очень странно все. Давай мы ее помолодим. А если я темненькую хочу? Блин, это мужик совсем получается. Ну что за фигня? Капец. Нет. Волосы. Боже мой. А почему у меня ухо зеленое внутри? С прическами все очень плохо. Хотя бы хвостик. Два хвостика. Этот типа с щелкой, а это без щелки. Вот этот. Ох, мамочки. Пучок, дреды. Дайте мне хвост. Ну, допустим, каштановый, русый, Это красный? Ну, если это красный, то я как бы не знаю. Давайте красный. О, боже мой, ребят! Я сказала, что это на 3 часа, короче. Я сейчас немножко... Вы, короче, чуть-чуть потерпите, да? Лоб. Отлично. Ширина бровей, посадка бровей. А что это такое? Это куда? Ой, японский бог, как все сложно-то. Форма переносицы. Я хочу нос. Кончик носа, форма носа. Глубина переносицы, длина И чё? Боже мой, ноздри, вы всё серьёзно? Размер ноздрей мы делаем меньше. Твою мать. Почему так сложно? Давай вот так, окей, хорошо. А, ширина ноздрей. Ноздри становятся меньше. А значит, когда я их туда кручу, они становятся больше.
Что за чудо? Переносица, глубина переносицы, длина переносицы, глаза. Положение глаз, размер глаз, знакомого ширина глаз, зрачок. Это куда? О-не-не-не, стой на месте. Чего у тебя вообще там за глазами-то? Я вообще не понимаю, что у тебя за глаза, а что поменялось? О, нет, верни глаза. Потерпите, еще сейчас я это все сделаю, и потом уже... Вот, подводка глаз и темные тени. Почему они синие? Щеки... Челюсть, цвет волос. Ага, ага. Видишь, какой-то писец начинается. Фиолетовый получается. Если вот так, типа такого. Рот. О, помады, господи, наконец-то. Цвет губ. Яркий. Яркие, красивые губы. Это яркий? А, это типа яркий, да? Вы серьезно? А, это цвет губ, типа. И помада мне нужна красная. Красная, не красная помада. На одной шкале, я вообще не понимаю. А это что? Размер губ. Мне нужны выпуклые губы. Почему они вогнутые становятся? Вогнутые. А давай чуть порадость не сделаем. Полнее, конечно. Ну, допустим. Допустим. Ну, допустим, вот так. Профиль норм. Сейчас все сделаем. Подождите. Сейчас, подождите, все будет. Не паникуйте. Форма рта. Наклон рта. Прикус. Тво... О, нет, нет. Верни обратно, пожалуйста. Вот, 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 нормально. Ширина рта. Не-не-не-не-не, такой не нужен. Расстояние до подбородка. 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 Кончик подбородка. Длина подбородка вперед-назад. Челюсть. Щеки. А что щеки? Глубина скул. Почему она полурозовая? Блять, подождите, это шею. Какая нахрен шея? Подождите, я тут, видите, что делаю? Носогубки. Что это? А, это вот эти. Брови. Так, сейчас подождите, мне нужно брови сделать. Вот, да. Надбровья. Высота надбровных дуг, внутренние надброви, внешние надбровья. Густота бровей. А, сейчас будет Брежнев. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас с Новым годом. Блин, а мне нравится, как-то прикольно. Тоже вставляем чуть-чуть, вот прям поменяй. Вот прям чуточку. Вот, угу, мне нравится. О, но не настолько. Ну давай легких прям штришков. Вот, да. Сейчас, подождите. Вот прям чуть-чуть осталось, потерпите. День пятый, все точно, на чем играть. А нет, тут еще можно настроить. Вообще чуть-чуть, и мы реально начнем. Ой. А что это за треугольник такой? Верните мне женщину. Вы видели вообще это? Так. Вот, отлично. Все, уже лучше, уже нормально, уже все. А, тут еще цвет можно настроить. Сейчас, подождите. Форма лица. Выпуклая, выгнутая, тон цвета. Вот, наконец-то, господи, я тебя нашла. О, теперь мы желтые. Зеленый. Давай немножко синевы добавим. Нет, синевы не надо. Фиолетовый, желтый. Это прям желтый какой-то писец. Это везде какой-то писец. Это, конечно, что-то... андеграундная. Не, ну и что я могу сказать? Я как бы все от меня возможное, я походу сделала. О боже мой, о боже мой. В принципе, могу сказать, что она прям ужасная. Нормальненькая. Девчуля так. Так у меня бы волосы чуть-чуть. Супер светлые, зеленые, супер черные. Так, подожди, у тебя был нормальный цвет. О, нормально. А почему бы нет? Только хвостик, а, во. Танцелопитек. День шестой, еще чуток маленько-маленько, начнем играть. О, да, слышите? Посмотрите, какая у меня девочка. Не надо здесь. Так, а как мне это все? Я хочу это принять. Нет, все. Да. Так. Ну и что нас ждет? In the age of ancient. Я заткнусь, окей, хорошо. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death. And of course, light and dark. Then from the dark, they came and found the souls of lords within the flame.
Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty gods glued hard their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Я заворожилась. Я вот прям заворожила все. Опускаю джойстик и говорю, нахер мне это надо. Зеленый цветок, зеленое растение, зеленый цветок. А, добро пожаловать в среднестатистическую коммунальную квартиру в Москве. Я вас, конечно, не планировала все сегодня приглашать, но как бы, сами видите, сюжет он такой. Так. Где моя красотка? Я хочу свою красотку. Нет, я не его хочу. Я хочу свою... Где моя красотка? Я как бы старалась. Красные волосы там туда-сюда. Блин, а графика, кстати, ничего так. Я думала, что будет хуже. Я готовилась... Короче, мы начинаем действие сюжета в тюрьме. Вон она моя хорошенькая сидит, мои красные волосики. Так, и что? Твою мать, это не мой персонаж, я не делала такой страх. Вы что, охренели? Грёбаные соседи сверху, они вот мне тоже всегда мешают. Какую-то херню с балкона кидают, я хер его знаю, что они делают там, уроды. А ты кто? Так. Мы начинаем играть. Слушайте, ну в игре достаточно светло, я вам могу сказать. Прям светло. Обобрать труп. Включить темницу в подземелье. Ага, значит. Это... Ага. Так, понятно. А, мои воришечки. Хостовары, ружье, щиты. Ага, эстус, бомбочка. Тут эстуса нет. Колец у нас тоже нет. А, типа, здесь эстуса нет? А, значит, эстусов нету, да? Угу. Эй, выходи! Пацаны, на волю пошлите! Свободу попугаем. Я сейчас все потрогаю. Оу! Какой милый стражник. Прям чик-чик-чик. Так и знала.
закрыт. Привет. Ох, первая жесткая битва. Блин, а ты нормально закидываешься, чувак. Могу тебе сказать. Ну, давай, давай. Класс. Ну что, я могу нас поздравить с первой победой? А что, есть тут какие-нибудь... О, да. Бам-бам-па-па-пам. Круто, мы это сделали. Первая миссия комплит. Уже неплохо.